Elephone Play X предложит пользователям две камеры и эффект боке. В скором времени на рынке может дебютировать смартфон Elephone Play X, чьей отличительной особенностью станет двойная основная камера. Оба модуля получат сенсор с разрешением 12 мегапикселей, однако первый будет делать цветные снимки, а второй – монохромные. Комбинирование и постобработка принесут более четкие и яркие детали. Основной модуль снимает цветные изображения, в то время как монохромная камера записывает детали в тени. Благодаря совместной работе и программной обработке фотосъемка выходит на новый уровень. Предполагается, что камера также сможет делать эффект размытия заднего фона. Подробности о других возможностях Elephone Play X пока не раскрываются.